И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня речь пойдет об электронном трансформаторе. Бытует мнение, что электронный трансформатор нельзя плавно запитать. Банально к электронному трансформатору добавляем диодный мостик и конденсатор. Вуаля, все готово. Подключаем к клатору, и плавная регулировка обеспечена. Трансформатор начинает работать от 30 вольт постоянного тока. Сейчас тусклое свечение лампочки. Латер установлен на 30 вольт. Я посмотрел по постоянному току. Питаем мы его через диодный мост и конденсатор. Вот по этой схеме. Значит, латер, диодный мост и конденсатор, сам электронный трансформатор и лампочка. Лампочка у нас на 50 Вт, 12-вольтовая. Так как выход из этого электронного трансформатора всего лишь 11 вольт. Посмотрим на осциллограф. На осциллографе у нас 64 кГц. Ну и давайте мы сейчас плавно, я буду поворачивать ручку. И смотреть, как у нас будет загораться лампочка. Лампочка загорается плавно. Применение данного девайса каждый из вас придумает сам. Спасибо за внимание. Всем удачи. Не забывайте ставить палец вверх.